хватит жрать, снимаем. А, ладно, мозги мне не делай, я с утра вообще не хавал. Все, снимаем. Сейчас, сейчас. Добрый день, с вами как всегда я, Геннадий Шароёбов, и к сегодняшним новостям. Недавно, короче, в нашу редакцию начали спамить письмами с ссылкой на видеоролики, где якобы авторы пробегают карту в разных играх всего лишь за 5 минут. Я пробегу всю карту от начала и до конца всего лишь за 5 минут. Нихуя Черт, ребята, вы это видели? Я пробежал эту карту за 5 минут. Пацаны, мы сейчас пробежим всю карту GTA 5 за 10 минут. Ты готов? Наверное, вы, как и я, в недоумении. И так же, как и я, думаете. Что за хуйня? Вот именно. Даже дураку понятно, что это звездёж. Поэтому сегодня мы будем пробегать карты в разных играх, от начала и до конца. И выясним, правдивы ли те цифры, о которых нам рассказывают. Или это всего лишь фейк. Hello, motherfucker. А иди ты в жопу, я вам говорил, не палитесь, уроды, репорт вам. Миф номер один. Карта Викенди из PUBG настолько маленькая, что ее можно пробежать от начала и до конца всего лишь за 7 минут. И даже зона вас не убьет. Угу. Что ж, я передаю слово своему коллеге Антону, который как раз на данный момент находится в Викенди. Антон, вам слово. Спасибо, Геннадий. Добрый день. Я как раз сейчас нахожусь рядом с моим братаном, который будет сегодня бежать. Скажите по-братски, что вы ожидаете от сегодняшнего забега? Вы сможете пробежать всю карту от начала и до конца за 7 минут? Ладно, хрен с ним, я представлю вам наш план. Короче, как вы можете увидеть на данной 3D-карте, если что, это мой первый опыт в 3D-моделировании. Я знаю, что оно такое себе, я просто не настолько крутой 3D-моделер, как, Мармок или, Яхаза, сорян, я других вроде и не знаю. Короче, мы приземляемся вот здесь, или, если не сможем, то, скорее всего, возьмем какой-нибудь транспорт и доберемся вот сюда вот. Потом, очень аккуратно доберемся до конца карты вот сюда вот. А на самом деле, я наиграл в PUBG целых 1000 часов и... Эта бутылка тому подтверждение, так что... Я все тихие места знаю на изи. Во время забега мы можем столкнуться с трудностями. Возможно, нас переедут на машине. Oh, fuck. Или случится баг. Или сожрет зона. Что? Да, я вас понял, да. Дорогие зрители, мне только что сообщили, что мы должны прерваться на очень срочный выпуск новостей. Но если вам поднадоели обычные онлайн-игры, и вы ищете действительно годную игру, то добро пожаловать в Hearthstone! Лучшая карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft, куда недавно добавили дополнение «Похищение Даларана», играть в которую может абсолютно каждый. Бесплатно! В этом дополнении есть крутая возможность поиграть за одного из плохих парней, замысливших украсть парящий в воздухе город Даларан. У каждого героя на выбор есть три уникальные способности, которых нет в обычном режиме. И огромное количество комбинаций карт, что не может не радовать. На протяжении всего приключения вам встретится 75 боссов, которые появляются рандомно в сюжетной линии. А еще немаловажно то, что здесь, в отличие от PvP-режима, в любой момент игры ты можешь прерваться на неограниченное время и тщательно продумать ход. Для хардкорщиков есть героический уровень сложности, что, как по мне, придает больше интерес к игре. Ну или если вы новый игрок, то советую обычный режим. И вообще начать играть очень просто. Стартовая колода состоит всего из 10 простых, но мощных карт, с которыми ты быстро освоишься и начнешь разматывать всех боссов и получать подарочные паки с картами нового дополнения. Также очень приятно то, что тут присутствует русская озвучка, что с легкостью погружает в игровой процесс. Игра реально классная, поэтому ссылка в описании. И да, я знаю, что можно было тупо бежать на локальном сервере с друзьями, но... Ведь так сложнее и круче! Вот мы и готовы пробежать всю карту с первого раза.
Братан, вставай. А что это с ним? Это он устал, да, просто от пробежки и отдыхает, да. Что насчет... У нас помехи. Вырубай. Итого, мы смогли пробежать всю карту от начала и до конца за 14 минут 32 секунды. И миф про то, что карту Викенди можно пробежать всего лишь за 7 секунд. Всего лишь выдумка. Миф опровергнут. Миф номер два. Карта Майнкрафта настолько большая, что чтобы пролететь ее целиком, вам потребуется 12 часов 30 минут. Нифига себе. Не, ну вот это уже серьезно. Но я Геннадий Шараёбов, и я обязан ее проверить. И вновь у нас на связи наш завсегдатый корреспондент Антон. А Антон, вам слово. Спасибо, Геннадий. Я, честно говоря, хз куда попал. Я вот этих додиков пытался что-то узнать, они только мычат. А вот этот квадратноголовый уже 3 минуты так стоит и ничего не делает. Добрый день, Стив. Hello, Стив. Ni hao. День добрый. Ладно, он не особо разговорчивый, хрен с ним. Итак, к делу. Сможем ли мы пролететь всю карту Майнкрафта за 12 часов? Молчание, знак согласия, ладно. Короче, я решил тупо начать, потому что в Майнкрафте нет как такового начала карты или конца карты. Я хз, даже есть он или нету. И еще я соорудил вот такую хрень из лего, чтобы даже когда я пошел спать, он все еще летал. Почему летал? Потому что из-за препятствий он может остановиться на одном месте. Да и в мифе написано «пролетел», а не «прошел». Короче, прошло уже 14 часов, и у меня вырубился Shadow Play из-за нехватки места. Но мне интересно, сколько он будет еще бежать, поэтому я оставлю его еще чуть-чуть. Плюс я включил секундомер на телефоне, так что, когда он закончится, я проверю. Хотите охренеть? Сейчас вы посмотрите, сколько часов подряд он уже летает без остановки. Вы готовы? Опа нафиг! И тут даже еще не видно конца. Поэтому я решил поискать в интернете, может кто-то подскажет, в чем проблема. И тут я наткнулся на Курта Джей Мака, который прошел в одном направлении, начиная с 2011 года и заканчивая 2014. И так и не нашел конец игры. Он даже побил рекорд Гиннесса. А проблема в чем? Вот карта Майнкрафта. А вот это синий шарик, это наша планета. Майнкрафт больше нашей планеты в 7 раз. Больше Нептуна в 3 раза. Больше Урана в 2 раза. И чуть-чуть там больше Юпитера. Так что пролететь целиком всю карту Майнкрафта вы не сможете, даже если будете летать 7 лет подряд. Миф разрушен. А на этом, пожалуй, все. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что уделили нам свое время. С вами был, как всегда, я, Геннадий Шараёбов. Подписывайтесь на канал, здесь говорят правду. Все снято. Фух, наконец-то похаваю. Ишь.